слышатся звуки челесты. Каждый раз мелодия «Серена на весне» композитора Татьяны Смирновой открывает наши музыкальные встречи. И сегодня, как и все 30 лет в этом доме, вас приветствует композитор и пианистка, автор программ и ведущая, заслуженный деятель искусств России, профессор Московской консерватории имени Петра Ильича Чайковского Татьяна Георгиевна Смирнова. Дорогие друзья, сегодня мы завершаем наш 36-й сезон. И я могу вас обрадовать, что в этом зале 37-й сезон состоится. И абонементы мы начинаем продавать уже сегодня. Надо сказать, что если вы имеете программки, в программках имеется на последней странице, очевидно, для вас будет любопытная и интересная информация. Изучите, пожалуйста, после концерта, после нашей встречи. У нас сегодня очень большой, большой интересный концерт. Конечно же, если говорить о том, что мы все любим нашу родину Россию, Россия с ее великолепными пейзажами, Россия с прекрасными реками, лесами и эти долы, эти нивы, как когда-то звучало в романтике Петра Ильича Чайковского, действительно, они порождают совершенно удивительные творения. Мы можем вспомнить белокаменные храмы, резные церквушки, деревянные церквушки, созданные руками человеческими, созданные фактически единственным, что движет мир – любовью. Мы вспомним замечательные творения устной народной творчества, устной народной поэзии. Это и легенды, это и сказания, сказки, волшебные творения духа человечества. Мы можем вспомнить, что именно на нашей земле, русской земле, рождается удивительное творчество, родники которого кроются в народном искусстве, богатейшем искусстве, которое становится основой для уже творений человека, для создания картин о земле нашей, поэзии, сказаний, поэм, музыки многоголосой, музыки разной. И действительно, богатейшая наша земля, богатейшая прежде всего талантами. О, сколько на нашей земле талантов рождается, всегда рождалась и рождается ныне. Какая же она многострунная, как инструмент, как наши прекрасные говорливые гусли. Вы вспомните этот замечательный инструмент. Как наши голоса, как наши прекрасные песни, и задушевные, и яркие, зажигательные, и протяжные, и танцевальные. Сколько их на нашей земле? И действительно, родники России бьют, дают основу, дают вот то самое вдохновение художнику, когда он на своей земле создает творение, настоящее творение, которое доступно, как говорили раньше, докладно равно и любителю, и профессионалу, музыканту, и просто человеку, который не может жить, не представляет себе этой жизни без творчества. Без той красоты, которая вокруг нас. А красоты очень много. Красота удивительная. И вот каждый из нас, увидя какое-то красивое природное местечко,
Он вспоминает сразу же поэзию русскую. Он вспоминает музыку. Прекрасную музыку, созданную нашими классиками, современными композиторами. Вот начнем мы сегодня нашу встречу с великого Михаила Ивановича Глинки. В прошлый раз, когда мы были и говорили о достижениях западноевропейской культуры, вы помните, звучал, конечно же, опять же, Вена, звучал Моцарт. И недаром, мне очень дорого, что вот Глинка Михаил Иванович, который побывал во многих странах, ну, вы знаете, что он закончил свои дни, к сожалению, не на родине, а в Берлине, Германии. Но именно Михаил Иванович Глинка, любя Моцарта, пишет вариации на тему Моцарта для любимого своего тоже инструмента арфы. И вот мы сейчас услышим эти вариации. Я приглашаю на сцену дипломанта международного конкурса. Играет Наталья Яхонт. Thank you.
хочется вспомнить с вами имена выдающихся художников русских, поэтов, музыкантов. Давайте вспомним. Ну вот, если мы возьмем русскую музыку, имена, пожалуйста. Ну, называйте нас милее, да? Пожалуйста, пожалуйста, Ильич. Так, Петр Ильич Чайковский, Глинка. Ну, громче. Да, так. Да, Мирий Алексеевич Галакирев, так. О, Вивальди, это Италия. Это не русский композитор, да. Так. А? Мусоргский, так. Пожалуйста. Рахманинов, так. Так. Римский-Корсаков, ну, конечно же, забыли Римского-Корсакова. Скрябин, так. Так, хорошо. Вот мы уже. Да, пожалуйста. Прокофьев, так. Кабалевский, это уже наша эпоха. Так. Гречанинов, еще. Еще. Вспоминаем, вспоминаем. Да. Шостакович, это уже ближе к нам. Это уже эпоха. Да, он наш художник, безусловно, наш замечательный композитор, да. Так. Еще. Скрябина уже называли, да. Римский-Корсаков, так. Бородин, вот, наконец-то, наконец-то. Могучая кучка вспоминается. Так. Кюи. Еще. Так, Серов художник, да. Серов композитор есть, правильно. Так, еще. Балагирь был уже. Дергомышский, правильно, правильно. Так. Так. Так, так. Ну, пожалуйста. Ну, громче, громче. Да, да. Хорошо. Рядов, правильно, Рядов. Вот это очень хорошо вспомнили. Замечательный композитор. Так. Да, хорошо. Так. Ну, во всяком случае, мы большую часть, может быть, не большую часть, но основных наших вот действительно великих классиков русских мы чуть-чуть вспомнили. А вот поэтов русских, Есенин, Пушкин, того, которого мы слышим каждый раз, да? Так. Хорошо, хорошо. А Александр Блок почему не вспоминаем? Да, Александр. Так. Хорошо. Ну вот видите, как же. Хорошо. А художников? Репин. Так, Шишкин. Воснецов. Кстати. Сейчас, минуточку. Воснецовых сколько было художников? Два художника. Аполлинарий Воснецов и Виктор Воснецов. Но мы в основном почему-то знаем Виктора Воснецова, да? Потому что это богатырские сюжеты русские. Серов, да, правильно. Так. Так. Ну вот, хорошо. Значит, мы вспомнили немножечко так. Шевелили мозгами, чуть-чуть вспомнили наших перифеев. Ну, а теперь мы будем слушать. И слушать мы будем гениальных поэтов Сергея Александровича Есенина и Дмитрия Борисовича Кедрина. Мы его, к сожалению, очень редко слышим. Я хочу обратить ваше внимание, вот, когда вы увидите на полочках книжечки Дмитрия Борисовича Кедрина, обязательно возьмите, почитайте, вчитайтесь, потому что это гениальный поэт русский. Он, к сожалению, прожил очень небольшую жизнь, всего более 40 лет, но и трагически погиб. Жизнь вообще его трагична очень. Но стихи совершенно восхитительные, потому что он чувствовал русскую поэзию. Он был преемником русских поэтов. Александра Сергеевича Пушкина. Вот эта линия идет. Александра Александровича Блока. Дмитрий Борисович Кедрин. Запомните эти
замечательные строки. Вот он сегодня прозвучит у нас тоже. Читает артист Андрей Гетман. Сыплет черемуха снегом, зелень цвету и росе, в поле склоняясь к побегам, ходят грачи в полосе. Никнут шелковые травы, пахнет смолистой сосной. Ой, в луга и дубравы я одурманен весной. Радуют тайные вести, смотрятся в душу мою. Думаю я о невесте, только о ней лишь пою. Сыпь ты, черемуха, снегом, пойте вы, птахи, в лесу. Ополю зыбистым бегом пенный я цвет разнесу. Я покинул родимый дом, голубую оставил Русь. Три звезды березняк над прудом теплит матери старой грусть. Золотою лягушкой луна распласталась на тихой воде, словно яблоный цвет седина у отца пролилась в бороде. Я не скоро вернусь, долго петь и звенеть в пурге. Стережет голубую Русь старый клен на одной ноге. И я знаю, есть радость в нем тем, кто листьев целует дождь, от того, что тот старый клен головой на меня. Закружилась листва золотая в розоватой воде на пруду, словно бабочек легкая стая замиранием летит на звезду. Я сегодня влюблен в этот вечер, близок сердцу желтеющий дол. Отрок ветер по самые плечи заголил на березке подол. И в душе, и в долине прохлада, синий сумрак, как стадо овец, за калиткою смолкшего сада прозвенит и замрет бубенец. Я еще никогда бережливо так не слушал разумную плоть. Хорошо бы, как ветками ива, опрокинуться в розовости вод. Хорошо бы, на сто плываясь, мордой месяца сено жевать. Где ты? Где мы? Тихая радость, все любя, ничего. Мечтая о могучем даре того, кто русской стал судьбой, стою я на Тверском бульваре, стою и говорю с собой. Блондинистый, почти белесый, в легендах ставший, как туман, о, Александр, ты был повеса, как я сегодня хулиган. Но эти милые забавы не затемнили образ твой, и в бронзе выкованной славы трясешь ты гордой головой. А я стою, как пред причастием,
и говорю в ответ тебе, я умер бы теперь от счастья, сподобленный такой судьбе. Но обреченный на гонение, еще я долго буду петь, чтоб и мое степное пение сумело бронзой прозвенеть. Весь край этот милый навеки в стволах белокорых берез, и эти студеные реки у плеса, которых ты рос, и темная роща, где свищут всю ночь напролет соловьи, и их на старом кладбище, где предки уснули твои, и синий ласкающий воздух, и крепкий загар на щеках, и деды в андреевских звездах, высоких седых париках, и рожь на полях непочатых, и это хлеб-соль средь стола, и псковских соборов встречатых причудливые купола, и фрески Андрея Рублева на темной церковной стене, и крепкое русское слово, и в чарочке пенник на дне, и своды лабазов просторных, где в сене раздолье мышам, и это на ларчиках черных кудрявая вязь полишан, и дети, что мчатся гладея по следу солдатских колонн, и в старом Полтавском музее полотнище шведских знамен, и санки, чтоб вихрем летели, и волка опасливый шаг, и серьги вчерашней метели у зябких осиных ушах, и ливни такие косые, что в поле не видно низги. Запомни, все это Россия, которую топчут враги. Война бетховенским пером чудовищные ноты пишет, ее октав железный гром, мертвец в гробу, и тот услышит. Но что за уши мне даны, оглохший в громе этих схваток из всей симфонии войны, я слышу только плач. Приглашение на дачу. Итак, приезжайте к нам завтра, не позже. У нас васильки собирай хоть охапкой. Сегодня прошел замечательный дождик, серебряный гвоздик с алмазной шляпкой. Он брызнул из маленькой тучки и шел специально для дачного леса. Раскатистый гром, его верный попутчик, над ним хохотал, как подпивший повеса. На Пушкина в 9 идет электричка. Послушайте, вы отказаться не вправе. Кукушка снесла в нашей роще яичко, чтоб вас с наступающим счастьем поздравить. Не будьте ленивы, не будьте упрямы. Раньше проснитесь, не мешкая встаньте, в кокетливых шляпах, как модные дамы. В лесу мухоморы стоят на пуанте. Вам будет на сцене лесного театра вся наша программа показана разом. Чудесный денек
приготовлен на завтра, и гром обеспечен, и дождик заказан. Thank you.
Я попрошу поднять крышечку, да, мы продолжим. Вот, конечно, когда мы говорим о русской музыке, то невозможно себе представить ее достижения без восхитительных произведений Петра Ильича Чайковского. На следующий сезон, 37-й сезон, мы планируем, будет большая дата Петра Ильича, и мы планируем обязательно, чтобы звучали разные произведения Чайковского. Но вот сегодня, по традиции, вот уже весна наступила у нас наконец, то, и мне захотелось вам сыграть одну произведение из цикла, который все знают. Этот цикл есть в переложении для разных оркестров, разных инструментов нового, особенно любят и оркестры, и ансамбли играть. Ну и пианисты, конечно. И даже в программу международного конкурса Петра Ильича Чайковского этот цикл обязательно, если этого цикла входит обязательно. Я имею в виду, конечно же, времена года. Вы обратили внимание, если вы открывали эти ноты, там перед каждой пьесой есть поэтический эпиграф. И прекрасная поэзия. Там я подумал, Майков, и Пушкин, и просто масса интересной поэзии. И вот это настраивает музыканта на исполнение, на видение, особое видение вот этого произведения при исполнении. И это очень важно. В принципе, это новаторство большое, который сделал Петр Ильич Чайковский. После него довольно часто возникали произведения, которым были отпосланы эпиграфы поэтические, просто поэтическое слово предваряло музыку. И в наше время так часто пишутся поэзия и музыка. Ну, поэзия с музыкой сольется, да, вы знаете, что. И вот сейчас я вам сыграю «Март» из этого цикла, а после прозвучит довольно редко исполняемое произведение гениальнейшего композитора. Вот, до сих пор вообще, вы знаете, как-то неоцененного по достоинству, то есть говорят, но играют сравнительно мало эту музыку. И играют, ну даже есть, хотя вот есть сейчас конкурс имени Александра Николаевича Скрябина, но такой поэтической музыки для фортепиано мало кто писал. Потому что, конечно, вот скажем, Рахманинов, Скрябин, они очень разные. Оба великие, оба прекраснейшие пианисты были. Но Сергей Васильевич Рахманинов прожил достаточно долгую жизнь, а Александр Николаевич Скрябин, он мало прожил. Он уже, кстати, родившись на 2 года раньше Сергея Васильевича Рахманинова, прожил он всего до 1915 года. Ему было 40 лет с чем-то, и это совсем не возраст для того количества и прекраснейшей музыки, которую создал Александр Николаевич Скрябин. И вот вы услышите две поэмы, опуса 69. Это уже почти перед уходом Александра Николаевича написана эта музыка. Я, признаться, даже не слышала, что кто-то играл из больших пианистов это произведение. Но мне кажется, что вот эти две поэмы, они совершенно полно представляют позднее творчество Александра Николаевича Скрябина. Необычайно тонкое. Это слышание тишины. Такое слышание тишины, удивительное, которое свойственно музыки Скрябина. И вместе в грандиозных составах, грандиозных совершенно, мы вспомним симфонии, которые действительно, первая симфония – это новаторство, потому что там поет хор. В конце симфонии поет хор первой симфонии, а вторая, третья симфония. То есть обязательно эту музыку надо слушать, много слушать, и вы найдете такие красоты, которые вам доставят большую радость.
сравните ее с этой датой. Сейчас одну минуточку. Натягивай, можно? Сначала, да? И одну минуточку еще. Сегодня день торжественных речей, букетов пышных, теплых поздравлений. Какой прекрасный праздник юбилей! Как много было в жизни достижений! И впереди успех, и радость ждут. Все сбудутся желания непременно. И если будут в жизни перемены, то только счастью пусть они ведут. Уважаемая Татьяна Георгиевна, все, что в жизни, самое лучшее, мы желаем сегодня для вас солнца ясного, благополучия, теплых слов и приветливых глаз. Московская городская общественная организация участников обороны и жителей блокадного Ленинграда. Композитору, пианистке, заслуженному деятелю искусства России, профессору Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского, Смирновой Татьяне Георгиевне, благодарность в честь знаменательной даты юбилея за активную жизненную позицию в развитии классической музыки и неоценимый вклад в события нашей истории. Создание оратории, посвященной Ленинграду, в память о героических днях ленинградцев. Председатель Московской общественной организации «Астафьев», председатель Совета Северного округа Кирсанова. Я. Спасибо, друзья, за ваши поздравления. Мне это очень приятно, потому что вот в наших рядах очень часто на протяжении уже последних десятилетий сидят блокадники, и я просто приношу им свое почтение и благодарность, потому что это люди, которые выстояли в тяжелейших условиях, выстояли и выжили. И слава Богу, что есть такие люди. Спасибо. Теперь я хочу, чтобы прозвучало вот трио, написано оно совсем недавно, перед, если кто был на нашей встрече, посвященной Востоку. Вы помните, я рассказывала и звучало много индийской музыки и японской музыки разной, и поэзии. И вот так получилось, совсем недавно закончила вот это небольшое произведение, которое называется «Арабеска». «Арабески» в переводе буквальном, дословном, это что? Может быть, кто-нибудь скажет? Арабский. Арабский. В
Вот здесь это вязь, это необыкновенная узорчатость в храмах восточных, арабских. Это мы можем вспомнить даже вот тот же Тадж-Махал, седьмое чудо света в Индии, которое действительно поражает всех путешествующих вот такой богатством, красотой узоров, узоров совершенно удивительных. Ведь это же все сделано из камня, бело-розового мрамора, и действительно производит совершенно необыкновенное чудесное впечатление, да? И песнопения индийские, мантры мы слушали, вы это помните, я рассказывала. И вот как дань памяти немножечко вот этим путешествиям возникла вот эта пьеса. А написана она для состава тоже, вот я первый раз попробовала такой состав, у меня разные были интересные составы, но флейта, арфа и виолончель, вот я обратилась к такому составу впервые. Ну, я вот хочу долго не разговаривать на эту тему, а чтобы прозвучала музыка, и хочу пригласить на сцену артистов. Лауреатов международных конкурсов, сразу говорю, представляю всех, Евгений Шкленко. Есть отличное место. Это что, гостиница? Ну, конечно, санаторий. Ну, а здесь где питаться?